Привет! Триборн! Указ Ван де Пола, вышел новый видосян, и это у нас вторая часть Шрека, наконец-таки первая выходила когда? Год назад, наверное, если не больше, не помню на самом деле, но прям очень давно первая часть его ультиматовая рекап Катуна выходила по Шреку, мне тогда она очень понравилась, и, кстати, реакция на нее собрала очень много просмотров, посмотрите, пожалуйста, есть, конечно же, реакция на канале. А теперь давайте посмотрим, The Ultimate, Шрек 2, рекап Катун. Думаю, будет что-то прикольненькое. Потому что для меня Шрек 2 это самая любимая часть. Ну и поехали смотреть. Мне почему-то кажется, сейчас его насадят на этот, на Луну. Ой, блин, нет. Было что-то страшнее. Чуть-чуть не долетел, чувак. Аймак. Блин, я думал, что вот эта музыка будет, она классная была. Так. О, это же этот, как его? А как его зовут-то? Это Чаминг. Точно. Вот это лицо. О, горячие сочки. Спой! Сразу надо пососаться, естественно. Как же я иначе-то без этого? Ну? Бега себе. Бедные чуваки. Я смотрю на Фиону, она какая-то радостная. Давай! Я уже здесь. Приехали? Я предвкушаю, сейчас будет этот вот ор. Громче. А, уже не будет. Ему сразу просто лицо оторвали. Там конь на двух ногах, по-моему. Сейчас взорвется. Нет? Блин. Уже опять у него лицо на месте. Мне даже не дали мясо. Посмотрите на Шрека. Фея. Я думал, он его убьет. Блин, я прям реально думал, что он сейчас... О, да это же этот, это из Гарри Поттера. Блин, а себе. Так. Че, он палец отрезал, что ли? Не понял, подожди. Че-то как-то странно он его отрезал. А, это нос! Какой-то он странный. Это соски. Сам представил, сам заревновал, да? Я могу. Фига себе! Это вот так вот мог закончиться мультик. А сами бегают по ним, и все нормально по ней. Симпсон. Пригалы при этом приуныли. Ты за задница. Что случилось? Почему я стала белой? Так. Какого хрена мужик ушел от нас? Ой. I'm the Shrek. Чё-то, по-моему, ты худее стал, Шрек. Чё за говно? А, это больше похоже на какой-то покрасивал. Фига себе! Эй,
Mission Impossible! Дристанул. Офигенный. Как будто фак показывает на всем. Я здесь! Прости, печенька! Фига себе! У тебя батя в лягушку превратился. Фига себе! Чё он их не нарисовал? Какие они странные, капец. Это охрененно. Блин, видос, как обычно, получился у Каса просто восхитительный. От души поржал, такой же крутой, как и первый Шрек. Спасибо вам большое за это. Если вам понравилась реакция моя, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.